Мы находимся на озере Клубничное Залесовского района. На днях здесь произошла массовая гибель рыбы. В чем причина произошедшего, нам готов рассказать руководитель ГОЧС Игренев Вячеслав Валерьевич. Вячеслав Валерьевич, расскажите, пожалуйста, подробнее о причинах случившегося. Ну, причины пока основные неизвестны. Работают представители Минприроды, Следственного комитета, Рыбнадзора. Они устанавливают причины, ущерб, который был причинен. Версий много, как и человеческий фактор, так же и влияние природы. То есть здесь одна из версий, что якобы бобры виноваты в этом. Поэтому пока причины не установлены. Я думаю, в скором времени Следственный комитет установит и нас озвучит. С бобрами расскажите, что это за версия такая? Ну, версия это, что бобры перекрыли приток, в это озеро впадает ручей. И бобры перекрыли приток сюда, а задвижка была неисправна, пропускала воду, и вода ушла самостоятельно. Поэтому одна из причин. Но это надо устанавливать. Предварительный ущерб какой-то известен? Сколько килограммов, тонн? Пока тоже неизвестно, потому что как измерить? Будем сейчас, вот будет арендатору выкачивать эту оставшуюся рыбу. Посмотрим. Пока я тоже сказать про ущерб не могу ничего. Ну, примерный? Даже примерно не могу сказать в цифрах. Озвучить. Но по кадрам здесь очень много рыбы. Ну да.